Китай привержен денуклеаризации Корейского полуострова, а также сохранению там мира и стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Сегодня он встретился с советником президента Республики Корея по вопросам безопасности Чон Эн Йоном. Си Цзиньпин отметил, что рассчитывает на успешное проведение переговоров между лидерами Севера и Юга в апреле и диалог между США и КНДР в мае. По его словам, возможность для смягчения региональной ситуации открыта, и сейчас главное проявить терпение, осторожность и политическую мудрость, чтобы ей воспользоваться. Чон Ын Йон согласился, что ситуация на Корейском полуострове действительно смягчается, и отметил, что Китай играет в этом важную роль. Он подчеркнул, что Сеул надеется на тесное сотрудничество с Пекином для содействия мирному урегулированию ядерной проблемы КНДР. С советником южнокорейского президента также встретился член Госсовета КНР Ян Цзэши. Он отметил, что Китай приветствует позитивные сдвиги на Корейском полуострове и призывает закрепить достигнутый прогресс. Позиция Китая в отношении Корейского полуострова неизменна. Мы будем и впредь добиваться денуклеаризации, поддерживать мир и стабильность и решать проблемы на основе диалога и консультаций.